15 ноября в Баку проведено общее собрание объединения юридических лиц Международной ассоциации «Транскаспийский международный транспортный маршрут». В ходе обсуждений стороны отметили важность эффективного использования Транскаспийского международного транспортного маршрута, являющегося одним из перспективных транспортных коридоров Евразии. В то же время подчеркнута необходимость привлечения на этот маршрут грузопотоков. По итогам общего собрания объединения юридических лиц Международной ассоциации «Транскаспийский международный транспортный маршрут» при участии председателя закрытого акционерного общества «Азербайджанские железные дороги» Джавида Гурбанова, президента нацкомпании «Казахстанская железная дорога» Каната Алпыспаева, зампреда «Грузинская железная дорога» Алексея Николашвили, гендиректора по грузоперевозкам государственных железных дорог Турции Бейси Курта, председателя закрытого акционерного общества «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» Рауфа Велиева, гендиректора закрытого акционерного общества «Бакинский международный морской торговый порт» Алеха Зиядова и заместителя гендиректора Батумского морского порта Ильяса Мукатова были подписаны соответствующие документы. Согласно подписанным документам, тарифы по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс снижены. Севда Джафарова, Вюсал Видадоглу, Афкам Пуладлы, Азертач.